Ну а ми переходимо до теми далі. В Одесі збирають гроші на реставрацію картини Лейба Гольштейна, що впала зі стелі у червні 2020 року. Вона 120 років прикрашала під'їзд музею Реріха. Це будівля на Великій Арнаутській, 47. Реставраторам потрібно ще 79 тисяч гривень. Зовнішні кути картини були прикрашені ліпниними елементами, з яких повністю зберігся лише один. Реставратори збираються відновити решту втрачених декоративних елементів. Як це вони мають робити? Як збираються зібрати ці кошти? На ці та інші питання буде відповідати наш наступний гость Олександр Левицький, СЕО реставрації архітектури Одеси. Може, має доєднатися до нашого прямого ефіру. Ще чекаємо декілька секунд. У чому цінність цієї картини? Яку комплексну роботу необхідно провести, щоб все ж таки відреставрувати картину? Де можна простежити порятунок картини Гольштейна? І чи є подібні картини в Одесі? Ми на всі ці питання спробуємо отримати відповіді від нашого гостя Олександра Левицького, СЕО реставрації архітектури Одеси, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день, мене слышно. Так, ми вас чуємо. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Тож, у чому цінність цієї картини? Цінність картини в тому, що вона, в першу чергу, єдинственна в місті, єдинственна в країні такого огромного розміру, 4 метри на 4 на почти на 2 метра. Как видите, за мной вот она сейчас расположена и едва ли залазит в огромнейшую комнату. Картина нарисована, это станковая реставрация сейчас происходит, то есть картина нарисована на холсте владельцем дома Лейба Перецвичем Гольштейном, и в данный момент вот, собственно, происходит ее вот реставрация в связи с тем, что весной прошлого года она обрушилась в связи с проливными дождями. А яку комплексну роботу необхідно провести, щоб повністю відреставрувати картину? Необходимо провести довольно большой комплекс работ. Это станковая реставрация непосредственно с реставрация самого холста. Это монументальная реставрация, реставрация, которая происходит уже на лесах. Вот то, что вы только что видели, это небо со звездами, открытое на Падуге, которое было нарисовано для того, чтобы картина выглядела более цельно. Это скульптурная реставрация, декоративные уголки, которые размещались по краям картины и были сделаны непосредственно на заказ самим Лейба Перецвичем Гольштейном для этой картины. И надо сказать, что также один из фронтов нашей работы – это ремонт потолка для того, чтобы в дальнейшем не было подобных обрушений, в том числе и ремонт кровли, и работа с полом чердачного помещения для того, чтобы никто там, даже если кто-то там пройдет, ни в коем случае ничего не произошло нехорошего. Олександре, а де можна простежити порятунок картини Гольштейна? В яких соцмережах? Або де можна шукати і знайти цю інформацію? Значит, во-первых, у нас есть сайт archidiso.com, на котором можно посмотреть описание проекта. У нас есть Instagram .com/archidiso, там у нас происходят все процессы, или по хэштегу «Картина Гольштейна», например. Также было бы здорово, чтобы одесситы со всего мира участвовали в поддержке, меценатской поддержке этого проекта, потому что в данном проекте мы еще возрождаем меценатскую деятельность в нашем замечательном городе, и будет здорово, что кто сколько может смог поддержать этот проект, по дороге ознакомливаясь со всеми процессами, как станковой, так и монументальной реставрации. Стосовно допомоги, скажіть, будь ласка, куди можна перерахувати гроші, і як українці можуть вам допомогти? На сайте archidiso.com можно буквально в два клика сделать взнос в реставрацию на любую сумму и, указав свой адрес, куда удобно получить меценатскую открытку, получить, собственно, открыточку и
помнить о том, что вот поучаствовали в таком замечательном процессе, который уже будет финиширован весной 2022 года, потому что клеится обратно оно будет по технологии обоев, да, то есть вот как, то есть должно быть немножко тепло в помещении в этом подъезде музея имени Рериха и жилом доме Гольдштейн. Є ще подібні картини в Одесі? В Одесі это единственная картина вообще такого размера, в принципе. А, ну, на потолке тоже, соответственно, никто картины на холсте никогда не размещал. Ну и останнє питання. Розкажіть нам про унікальність даної картини. Уникальность картины в том, собственно, что она единственная. Это подписная работа. Она подписана автором этой картины, что тоже случается, как вы знаете, нечасто. Это авангард начала 1900-х, потому что вот Лейба Перецевич вернулся уже, проучился в Париже, потом в Мюнхене, вот он вернулся в Одессу, как раз был достроен третий этаж доходного дома Гольдштейнов, братьев Гольдштейнов. И эту картину уже он уже нарисовал для того, чтобы украсить свой подъезд. О, как бы ее вот как облагородить свой подъезд. Нарисовал ее, потому что умел рисовать на холсте. Обычно, как вы знаете, рисуют все на штукатурке. А тут вот она нарисована на холсте, и именно благодаря тому, что она нарисована на холсте, после вот этих вот дождей прошлого года картина, по сути, и уцелела. Потому что если бы это был рисунок на штукатурке, оно бы обрушилось. Сотрудники ЖЭКа просто подмели бы и выкинули. А так как эта картина, есть возможность ее вот построить, этот замечательный стол огромный, и произвести на ней реставрационные работы. То есть уникальность у нас в том, что подписная работа, огромный размер, 4 на 2 метра, рисунок на холсте, авангард 1900-х, и самое главное, это Гольдштейн, да, один из братьев, нарисовал эту работу для своего дома, и он не зависел от заказчиков. Он это рисовал от души, так как он считал нужным. Пане Олександре, дуже вам вдячні за відповіді. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Це був Олександр Левицький, СЕО реставрації архітектури Одеси. Нагадую, що в Одесі збирають гроші на реставрацію старовинної картини на стелі пам'ятника архітектури. Реставраторам потрібно ще 70 тисяч гривень.